Привет! Ну что, Алина, куда ты сегодня привезла своих подписчиков и меня в том числе? Мы по-прежнему на Лансароте, на прекрасной жемчужине Канарских островов, на севере. И мы приехали показать вам белые пляжи Арсола. Это фантастическое место, это, пожалуй, мои любимые пляжи на Лансароте. Но не для купания, а для того, чтобы любоваться необыкновенными пейзажами. А это что за кратер самодельный? На пляжах Лансароте лежать в лежаке под зонтиком скучно и неинтересно. Поэтому здесь обустроены вот такие каменные лежаки. Вы занимаете свое пространство, садитесь, сюда не проникает ветер, здесь комфортно и тепло. Здорово придумано. Инопланетный ландшафт. Мне кажется, в центр этого круга садилась НЛО. То есть ты хочешь сказать, что это круги на полях знаменитые? Да. Только из камней, да? Из лавы. Из лавы, да. На Лансароте все из лавы. Смотрите, белый песок. Абсолютно белый песок. А в этом песке есть растительность. Конечно, тут везде есть растительность. Вот эти сопочки зеленые, это как раз и есть та самая растительность, которую ты сейчас показывала, только маленькая. Эти сопочки зеленые – это фирменная фишка белых пляжей Арсола. В чем смысл? Белый песок, который мы видим между этими сопками, принесен с самой пустыни Сахара. Да, этот песок перелетел через весь Атлантический океан и приземлился сюда. Мы были на острове Гранд-Канария, так вот там были целые огромные дюны. Это самый большой и самый популярный пляж Арсола. Да, и справа от нас происходит флешмоб Дедов Морозов. В чем же отличие этого пляжа? Здесь гораздо больше этих каменных лежаков, в которых можно окунуться. И здесь зеленые сопки подходят прямо к волнам океана. Ну и, кстати, здесь уже можно покупаться. Да, здесь пологий вход в море, песочек. Достаточно комфортно. Мы подходим вместе с Дедом Морозами прямо к воде океанской. Дальше я не пойду, чтобы не утонуть. Дед Мороз смело, а они, я думаю, сейчас будут купаться. Нет, не будем. А, не будет? Братья землячков встретили. А я думаю, ну кто же еще будет таких шапок разгуливать? Молодцы. Ладно, не будем мешать, ребят. Удачи. С наступающим. Давай. Вот так вот бывает. Встретили землячков. Так вот, еще пара слов по поводу Калитон-Бланка. Здесь вход в океан просто напоминает какой-то райский пляж. Вода тихая, спокойная, пологая. Мне кажется, это крутой пляж. Действительно. Да, но сейчас никто не купается, потому что все-таки зима, да и океан, холодно. Ну, кому как. Мне кажется, градуса 22-21 вполне себе там есть. Смотри, Алин, а вот там вот
Ну, наверное, не видно на нашу камеру. Вон, видите, летают парапланы. Их там очень много, не знаю, штук, наверное, 30. В воздухе сейчас в данный момент находятся. Сейчас попробую их увеличить. Короткое включение, посвященное белым пляжам Арзола на острове Лансароте, и плавно перемещаемся в следующее видео. Так что лайкайте, подписывайтесь и увидимся в следующих видосиках. До новых встреч, пока!